Коллектив в самом расцвете сил. Уже 40 лет хореографический ансамбль «Карусель» не сходит с люберецких сцен. Он желанный гость на всех концертных площадках округа. В свой юбилей артисты «Карусели» пригласили зрителей на танец в Люберецком дворце культуры. То не танец, то реликвия. Хореографическая картинка «Цыплята» младшего ансамбля «Карусель» всего на год. Впервые постановка увидела свет в далеком 1980-м. Первые исполнители главных ролей давно выросли, возмужал и сам ансамбль. За 40 лет он получил звание образцового. На базе коллектива создана детская хореографическая школа. Результаты есть, и слава Богу, за 40 лет коллектив не распался. Это очень важно. Многие коллективы начинают работать год, два, пять, максимум 10, а потом их нет. Татьяна Тропина – бессменный руководитель ансамбля «Карусель». Камерный коллектив из трех артистов превратила в маленькую танцевальную империю. Сегодня в труппе ансамбля 30 человек. Число его выпускников измеряется сотнями. В день юбилея они за кулисами, в зрительном зале и на сцене. Даже ведущие концерты и работники культуры – Дарья Кирпиченкова и Григорий Негин, в прошлом артисты ансамбля «Карусель». Это определенный опыт, это закалка жизни, которая потом помогла нам стать теми, кем мы стали. Двумя словами, тремя не описать это, потому что это большой отрезок жизненного, так сказать, пути. Но здесь нас многому научили, очень много дали азов и таких, так сказать, начал нужных. Воспитание танцем – миссия, которую 4 десятилетия выполняют хореографы и руководители ансамбля. Сегодня в его репертуаре более 30 постановок. Центральное место занимают русские народные танцы. Это воспитание огромное. Воспитание музыкой, воспитание песней, воспитание костюмом. У нас прежде всего патриотическое воспитание – это наш конек, это наше во главе угла стоит. За 40 лет ансамбль «Карусель» добился признания. Ему покорились сцены Подмосковья, России и даже зарубежья. Награды и грамоты коллективу вручали и на юбилейном концерте. Правда, разместить трофеи пока негде. «Карусель» до сих пор мечтает обзавестись собственным зданием, где просторно будет всем воспитанникам детской хореографической школы. Новоселье стало желанием, которое коллектив загадал в день своего рождения. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.